Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Возвращение легенд». Так, капитан... Супер-капитан, я думал, это капитан Америка. Но это Дэдпул стопудово. Нифига, тут Дэдли Вариор. Хорошо. Так, как видим, игра, ребята, не русифицированная, но она новенькая. Так, что тут принять? Значит, у нас сейчас идет типа обучение. Хорошо, давайте посмотрим, чему нас тут с вами научат. Ага. Гоблин какой-то у нас здесь. Просят потратить 5 энергии на поход. Ага. Так. Демоны-охотники, типа, тыры-пыры тролливали. Не понял, а с какого перепуга здесь делает герой с Варкрафта? Ё-моё, ты посмотри, что он тут творит. А у меня есть какие-то... Йоу, жесть, ты посмотри, смотри. Вот это демон. Так, Тор, давай, ну-ка, родной, что-нибудь там замути такого эдакого. О, молодец, молоток. Я даже тебе не сомневался, что у тебя будет молнии. Так, хорошо. Черт подери, кто же этого засранца? Ах, вы глупые людишки, типа, орет демон. И херачит здесь... Нет. Не-не-не-не-не, я не верю в то, чтобы мои супергерои могли вот так вот просто упасть. Ага, хорошо. Призвать героя. Призываем. Нет, надо еще вот сюда вот кликнуть. Потом надо вот на кристаллик нажать. И вот теперь уже будет только призов. И кто же у нас тут достается? Так, это кто у нас такая, а? Непонятно лично для меня. Какая-то девочка. У нее, ага, лекарь она получается, да? Ладно, посмотрим в деле. Это лучше, чем, как говорится, тут размусоливать и рассусоливать. Вставим ее сюда, я так понял правильно, да? Хорошо. Все, она у нас присутствует в боевке. Дальше сюда нажимаем. Ага, якобы мы опять с вами отправляемся в очередной бой. И тут у нас кентавр какой-то, получеловек, полукентавр, да? Хорошо. Сюда нужно зайти. Блин, было бы на русском языке, вообще было бы красота. Так, а я не понимаю, они, ребята, здесь сами по себе воюют, да? Мне даже ничего абсолютно делать не надо. Хоп-хоп-хоп, смотрите, расписали мне такие, да? Так, центавр, точнее кентавр, атака, то есть он боец у нас. Имеет ярость, которая, так понимаю, делает дополнительную защиту. Милишник он. Причем психический. Психический милишник, ребята, он. Йоу! Что, опять кого-то при... Нет, я уже думал, кого-то опять будет призывать. Дайте мне бомбануть. Так, суперкапитан. У них что тут такое? Так, у вас есть какая-то парная комбинация, что ли? Ладно, давай нажмем сюда. Да, ребята, у них парные есть комбинации. Ну, это хорошо, это радует. Опа-на, я выбил, по-моему, какой-то кристаллик. Но кентавру что-то не нравится. Что-то он тут возмущается. Хоп, и мы его к себе забрали. Все, 3 звезды, ребята, как и должно быть, по идее. Конечно же, я нажимаю сюда на продолжение. Забрать все, точнее, открыть. Это что такое? Так, какой-то камень для апгрейда. И очень много деталей непонятных для меня пока сейчас, к чему они ведут. Надеюсь, в дальнейшем мы с вами сможем как-то разобраться с этим делом. Контини. Эльф, что тебе надо, а? Что ты мне тут все втираешь? Летаешь, втираешь. Очки затираешь. Хорошо. Ох ты, надо же, ребята, мы ее и призвали. Вот она и долеталась, роднулечка. Как же тут, ребята, все замудрили. А, ядрить его на корень, если честно. Так, что это еще у нас тут? Эльф. Файт. Ну, давай. Возвращаемся. Смотрите, жесть. Комбинирование героя бесплатно. Монолит. Куда это улетел, эй? Куда улетел? Ну, давай, принимаю, хорошо. Так, закрываем. Уникальный эльф.
Это у нас донат сейчас выскочил, да, ребят? Это выскочил донат. Не надо мне. Точнее, не донат, а... Вы сами знаете что. Магазин, где нужно все покупать. Да идите вы в баню, а. Нажимаем. И почему-то у нас этот сундучок не открывается. Странно. Так, хорошо, ребята. Блин, ну и обучение тут, я вам скажу. Давай, ладно, поехали. В бой. Мы должны вот этот кристалл, я так понимаю, уничтожить, да? Да, это плевое дело. Так, если что-то она... Мы кликаем сюда и... Понял, ребята, тут есть, оказывается, еще спецудары. Значит, она может и подхиливать. А ну-ка, дай-ка я проверю. Да-да-да-да-да, именно. Порвали мы этого гнома. Ну, что я могу сказать? Графически игра сделана... Как и все практически игры такого жанра. Выпал нам скелетик. Вот, но... То, что, конечно, нету перевода русского языка. Плохо, очень плохо. Также, ребята, здесь у нас, как вы видите, заточка. Что это такое? Подожди-ка. Что-то новенькое. Так, апгрейд. А, то есть я в своего капитана якобы Америки влил скелетика никчемного, и он у меня от этого стал крепче. Ну, это, в принципе, ребята, тоже мы во многих играх видели. Этим нас не удивить. Супер Тейл и Фэнси. Это, я так понимаю, у нас будут супергерои разных эпох, что ли, можно так назвать. Ладно. Что нам дальше предложат? Амазонки, да? Хорошо. Значит, теперь я должен с ними подраться. Так, и всего я могу носить, ребята... Три персонажа, плюс мой основной. И открывается еще два. Один на 15 уровне и второй на 22 уровне. Пока еще не знаю, сколько у нас уровней в данный момент. Так, да эльф, я... А, автобой можно поставить, где? Я не вижу тут автобой, я вижу, что тут вот так можно сделать. Делаем комбинацию. Так, отлично. А посмотрим теперь, как работает хил. Ну, в принципе, ясно мне. Давай-ка попробуем вот так сделать. Отличненько. И давай-ка хилку. Ну, в принципе, все, ребята. Ясно, понять можно интуитивно, грубо говоря. Ничего такого сложного здесь нету. Вот единственное, что мы получаем разные детали. Какие-то и механические, и древние. Куда-то все это нам нужно. Для кого-то, видимо, нужно как-то обтачивать, не обтачивать. Так, ну, нажимаем. Брейк. Повысили мы его, да? Фига мы его. У него было 69 атаки. Плюс один уровень, или что это такое? 169 сразу. 1200. Что-то как-то уж больно круто он тут качнулся-то. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Так, закрываем якобы, да? Хорошо, продолжаем. Это до сих пор еще, ребята, я так понимаю, у нас идет обучение. Так, прогресс 1 из 5. Нам предлагают сразиться вот с этим вот скелетом. Давай сразимся с этим скелетом. У нас что, выбор что ли есть? Почему все время мне показывается, что я должен применять? А может быть, я сейчас не хочу это применять? Верно, ребят? Давай. Зачем я сейчас хил-то вызвал, ядрёна вошь? Он здесь абсолютно не нужен был. Оп-оп-оп-оп, что он там делал? Я уже думал, сейчас что-то кастанет. Но нет. Этот водяной голем просто решил немножко себе здоровье подправить и начал подхил делать. Так, где же... А, мы с вами, смотрите-ка, зарабатываем карточку гнома. Гном этот у нас стрелок. Так. Йо, колмана, а что так много-то? Огр. Огр тут возмущен до беспредела просто-напросто. Так, нам показывают его характеристики, как всегда. Ну, тоже он псих и в гневе. Ладно, сейчас мы его немножко остудим. Вот так вот. Самое хреновое, ребята, что у меня всего лишь два персонажа. Этот хил, грубо говоря, ничего не делает, потому что он стоит сзади. Давай-ка активируем. Вот так вот под хил. И теперь я хочу, чтобы у меня были супервозможности. И они появляются. Давайте вместе сделаем этого огра. Все. Отдыхает. И нам выпадает кристалл. Ребята, с этого кристалла, я как понимаю, мы с вами будем доставать новых героев. Может быть, конечно, и слабеньких, но тем не менее будем. И это хорошо. Так.
Получили вот опять, смотрите-ка, нам дали одну из карточек какого-то рыцаря, плюс нам дали водяного голема. Смотрите, тут у нас... Так, вы копите сундуки, короче. Давай, открыть все. Ага, спасибо, понятно. Так, а это у нас, наверное... Ну вот кому я могу, например, меч воткнуть здесь? Дэдпулу? Хорошо. Так, открыты у нас дружеские ворота какие-то. Ну-ка, посмотрим. Вот, наверное, вот этого рыцаря нам дали карточку. Защитить ворота, что ли? Ладно, давай посмотрим, что это вообще такое. Так, погодите секундочку. Шестой и шестой уровень. Это... Это что мы сейчас будем делать, интересно? Драться с ними или они будут за меня? Я не могу понять. Ладно, давайте посмотрим. Чего уж тут гадать, как говорится. Так, эльф, как всегда, тут нам рассказывает сказки на ночь. Ага, нажать сюда. Ладно, давай посмотрим. И... Так, я понял, ребята. Это ассистент. Есть герои, которые могут нам помогать. Вот один из примеров нам показали, как это будет выглядеть. Понятно теперь все. Ну, в общем, здесь победа, как всегда, за нами. Так, ладно, закроем это все бредотню. Так, просто сколько тут всего наверху, вы посмотрите, ребята. Так, грейд. Ну, давай. Поздравления. Получили дофига всяких плюшек. Теперь сюда. Ну, а здесь уже началась, ребята, обточка наших персонажей. То есть мы вставляем. А можно сразу все как-то? Или я так и буду, блин, по одной детальке, а? Можно заточить. А зачем? Так, погоди, я не понял одного. Если мы вот это мы поставили, да? Все, поставили, отлично. Эй! Погоди, погоди, ты что-то как-то не так сделал. Нам сюда нужно теперь поставить что? Ну давай вот этого поставим. Или это вообще какая-то фигня, это не то. Броня. Вот так. Так, браслеты. А где тут браслеты? Ну я вижу вот одни браслеты, но они почему-то не одеваются. Странно. Хорошо, давай теперь посмотрим, что у нас на Dead Warrior. Также мы можем, нет? Да, воткнули. Ботинки почему-то не одеваются. Странно все. Хорошо, давай посмотрим по броне. Броня-то есть? Должна быть броня, вот она. Так, хорошо. Может быть, здесь как-то можно вот так нажимаешь кнопку, и он автоматически. Так, а это у нас что такое? Это у нас персонажи, которые уже есть. Они мне сейчас не нужны. И вот здесь, посмотрим. Нет, обычно, ребята, есть такая кнопочка, вы знаете, на нее нажимаешь, и все, что у тебя есть, автоматически надевается. Но у них тут также есть, смотрите, скиллы. Атака, скилл, рейдж, комбинация. Это что такое? Это мне не надо. Эй, хорош. Так, ладно. Предположим, ребята, мы с вами усилились. Типа наша дорожка продолжается, да? Хорошо. Давай, поехали. Вот так вот. Ну, она, ребят, немножко отличается от многих игр такого стандарта. Я надеюсь, вы понимаете, как и чем и почему. Тут как бы все дело происходит у нас на одном экране. Нет такого, что мы там продвигаемся с вами дальше. Ну и как бы играть, я сомневаюсь, что будет в нее каждый. Потому что, во-первых, она не переведена. Много чего здесь непонятно. Ты смотри, здесь даже... Джек Воробей.
Я не удивлюсь, если так... Так, что там? Fire Guns. Хрен тебе. Нарыло. Вот, вспомогаловка. Тружет, бомбы бросает, а, гад. Как-то да. Вроде бы все красиво сделано, хорошо, но не то. Не то, ребята. Вот мне как-то она... Не... Что бы зашла вообще? Не знаю, буду ли я в нее играть, а вы уж пишите, как говорится, в комментариях свои мнения, свои отзывы. Может быть, нам стоит поразбираться в ней получше или просто-напросто забыть про нее и вычеркнуть из нашей жизни, как страшный сон. Так что, ребята, жду от вас комментарий по поводу именно вот этой игры. Я просто сейчас вот беру, поднимаю что-то, к чему, для чего, понять не могу. Райза, ну и что? Ты посмотри, тут, блин, тут жесть какая-то, тут всяких этих. Для чего? Вот что это такое? Ну я понял, что это жизнь, энергия, атака, защита. Но откуда это все берется, я, блин, ума не приложу. И я так понял, ну тут смотрите-ка. Первая, вторая, третья часть, четвертая и пятая. Че, всего пять частей, но потом, конечно, уже там начинаются легендарные герои. А, в прогрессе. То есть, ребята, игрулька-то еще доделывается, будет обновляться. Так, что ли, я понимаю? Угу, ясно. Так, дай-ка я здесь... Ага, я не могу это всего получить, я могу только вот этот открыть ящик пока. Хорошо. Так, тут опять же, ребята, битва за кристалл. Точнее, не за кристалл, а уничтожить нужно будет нам сейчас вот этот кристалл. Это хорошо, вот так вот надо делать. Своих ребят подхилим. Вспомогаловку вызовем. Да и все, в принципе, кристалла как и не бывало здесь. Так, тихо, тихо, валяйтесь вы уже, а. Все, а забомбили мы их. Как-то очень странно смотреть, что здесь и маги, и вот эти вот герои из будущего. Все в одной, как бы сказать, каше. Так, арена. Открытая арена, ребята, у нас. Челлендж. Арена. Так, это что у нас за валькирия такая? Воу-воу-воу-воу. Фига там, громозека такой. Так, а здесь у нас, смотрите, закрытое. Что-то копится, какая-то энергия. Для чего? Что сейчас откроется? Если что-то откроется. Ничегошеньки, так я и не дождался. Вот тебе и вся арена. Так, нажмите реверт. Хорошо. Получили карточку какого-то король Спарты. Так, а это что такое у нас тут? Ага, это у нас ранги. Кто у нас тут на самом-самом верху стоит, интересно мне знать. Ты смотри-ка, это кто такой-то, блин? Похож, конечно, на Железного Человека, но это вряд ли он. Ну, героев-то тут, я смотрю, ребят, хватает, если честно. Как бы скучно не будет. Угу, понятно, даже панда из Варкрафта. Так, и тут на 13 уровне арена открывается, на 25, 31, на 37. Там уже все супергерои какие-то прям. Прям нам там ожидать, я даже не знаю чего, ребята. И рекламу, естественно, везде вставляют свои эти. Да хорош, успокойся уже. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, я на этой ноте и завершу обзорчик этой игрульки. Жду от вас, как говорится, комментариев, что вы думаете по этому поводу. Ну а на этом все. Всем пока и удачи!